Валентину Лебедько и Щелкова хорошо знает пожилое поколение. В ее платье ходила добрая половина модниц поселка Чкаловского. Труженицу 60-летним стажем в 90-й день рождения поздравил руководство городского округа. На долю вашего поколения выпали большие испытания. И страна тогда была, и послевоенное время. Поэтому пожелать бы вам всего самого хорошего. В первую очередь, наверное, здоровья. Спасибо. От главы городского округа Щелково Сергея Викторовича Горелова небольшой поздравительный адрес для вас. И вот эти цветы. Ой, спасибо вам большое-большое. В свой день рождения Валентина Егоровна получила поздравительное письмо от президента и подарок от губернатора Московской области. В Великую Отечественную войну помогала родителям на колхозных полях, полола картофель, носила воду для полива. Дождавшись отца с фронта, в 15 лет обучилась кройке и шитью, стала дамским мастером для модниц поселка военных летчиков. Шила платье, вот даже машина у меня стоит. Мне военные 3 года зачислили, а 55 лет я трудилась. У нас жизни не было такой, чтобы мы гуляли, нет. Ни в футбол не играли, просто работали. Выкройки для легких платьев Валентина брала из модных журналов, которых было великое множество. Единственное место работы – Чкаловский комбинат бытового обслуживания. Под мирным стуком швейных машин, как миг пролетели 55 лет. Общий трудовой стаж и без того больше, без 1 года – 60. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.